И всем привет, с вами Вячеслав Сейн, и сегодня мы продолжаем проходить игру Half-Life 2. Ну что ж, мы, собственно, отбились от этих убивцев, и сейчас нам надо связаться через башню, короче, с нашими повстанцами. Давай, Алекс, жги. Ну что? Сейчас. Сигнал слабоват. Меня не Где ты? волнует. Была, не была? Белая роща, ответьте. Белая роща, вы меня слышите? Да, Белая слышит, роща! прикалывается тупо. Говорит Белая Роща, назовите Это себя. говорю Алекс? Алекс Свенс? Где вы? Вы уже несколько часов я. как В должны быть глубокой-глубокой здесь. жопе. Ты осознаешь всю серьезность положения? От данных, которые у тебя в руках, зависит Я жизнь знаю, на Земле. но послушайте, к вам движутся Что, не понял, комбайны. что? Вы движетесь к нам? Да, давно Нет, пора бы. не Что? вы, Как ты сказала? комбайны. Ты Будьте готовы дать прерываешь. отпор. Что? Как? Вот беда. Не уверена, расслышал он или нет. Да нет, он еще и Думаете, прикалывался, он похож за них. давайте открою ворота. Давай. Че, против что ли? Машин хорошая. Ей очень легко и удобно сбивать этих роботов. Ты че тут лезешь-то? Поехали. Не поеду. Посмотрим. Может, чуть дальше получится вернуться на трассу. Вылазь. Вылазь. Женщина. Пойдем со мной. Вот. Короче, от тебя нах одни проблемы, до свидания. Так, куда ехать-то? Интересно, куда нам ехать действительно? А, она села! Я вижу ее! Скотина! Как она умудрилась переместиться к нам в машину? Да ты достала, как ты здесь оказалась вообще? Офигали! Куда приехали-то? Что за странная ферма? Алекс. У меня, да, что-то произошло, Алекс. Да понятия не имею, что это. Галюники у нас. Надо валить, короче, нахер отсюда. Где? Тогда в цитадели, когда мы увидели их. Это что ли, которая дымит? Че, убивать будем? Ну давай убьем. А где оно? И чё? Алекс, блин, твою мать. Нахер я вышел? Поехали уже. Так, что тут есть? Открывайте ворота. Я пришел нам сюда. Я тебе сейчас поговорю. Найду и убью. Ну чё, нам надо вот эти ворота открыть, я так понимаю. Они у нас... Так, если ты тут сидишь на этой хреновине, как это называется-то, в амбаре, то тебе сейчас будет плохо. Эти ворота закрыты, те ворота закрыты. Чё вообще здесь происходит? Чё за хрень?
Ты идешь? С ума еще не сошла? Давай, это, раскодируй замок, ё-моё. Или ты так и будешь охеревшая стоять? Понятно, второй вариант. Чё, он себе тут логово обосновал, что? Сейчас засейвимся. Неправда. А зачем его сюда поселили? Да мне насрать вообще. Пусть вылупится. Да насрать вообще. Все в моих руках, а не убивать его в моих руках? Если да, то не хочу. Пойдем, Алекс, блин. Срать мне на этого советника, и на Ворта тоже срать. Пусть живет все в этой сраной трущобах. Одним только этим местом его уже скорбили. Как это закрыть обратно? Показывай. Вот где? Где вариации? Где возможность выбора? У нас нет выбора просто-напросто. Да-да, я к тебе стучусь. Что делать-то? Алекс? Ты меня что-то... Мама. Нулевая гравитация? Здрасте. Что за личина? Правильно, скушай бочечку. Чё, типа не успели, уже вылупилась? И чё, он с человеком сделает? Гланды через задницу удалил. Не, ее вначале. Ее очередь, я тебе точно говорю. Фу, блин. Бери от меня свой фалос. Ах. Что это было? Потом подыхаешь, ой, повздыхаешь. Шо? А куда я денусь-то? Игра бы закончилась. Я все, я в домике. Но. Алекс! Мне как-то не очень вовремя дали это оружие. Да я полностью с тобой согласен, не поверишь. Другой вопрос, что эта хрень-то жива осталась? Это меня больше напрягает. Мне не понравилось. Да что ж такое-то? Да пошел ты! Алекс! Алекс, граната!
Еще хуже в итоге получилось, понятно. Да какая-то жесть! Ща, короче, решим проблемы. По-другому. А-а-а, решил на. Да пошел ты, ня! Хрен. Алекс, твоя голова приняла только что в себя кое-что. Ну ты не отчаивайся. Это очень хорошо добавить интеллекту. Алекс, валим! Насрать, Алекс! Алекс! Садись, сука тупая! Ну и хрен с тобой, до свидания. Потом еще загрузишься. Глупый Алекс, глупый Алекс. О, нормас. Ой, ой, ой. Фримен идет с Алекс, все нормально. Да. А-а-а. Слушайте, я не виноват, что она решила тут перестрелку устраивать. Блин, сраный вестерн пересмотрела. Я просто адекватно решил свалить. А, блин, тут драться собралась. Бабы. Убьет просто. Ни за что. Я знаю, Алекс. Я тебя пытался взять, ты не хотела. Так, сейф. Ты отстреливаться будешь вообще, нет? Ну, а так, просто уточняю. Это не то, что принципиально, но неплохо было бы. Алекс, лево, право, лево. Я левша, поедем налево. Что-то маленький тоннельчик оказался. Слишком маленький. Самое забавное, что что-то... Мне в последней серии вообще забываю вовремя остановиться. Настолько заигрываешься, что забываешь, что уже 20 минут прошло. Алекс, бей его! Я ни хрена не вижу. Из этой твари. Куда ехать-то? Алекс. Походу тупик. Что-то я все, я понятия не имею, куда дальше. Алекс, ты что-нибудь скажешь вообще, нет? Ладно, хрен с тобой, сам нашел. Я никому не даю. Мы застряли, Алекс. Это Келемага не катится больше. Как думаешь, это вообще вход? Все, короче, вылазь, дальше идем пешком. Мама. Алекс, что-то как-то не то, походу, я нашел, да? А что то?
Тоннели зарыты. Фу, засыпаны. Хрен ли этот умница сидит? Я не понимать. Тихо. Ну, Алекс, я не знаю. Оно, по-моему, не заезжает ни хрена. Возражаю, нах. Как я сюда должен заехать? Я в курсе. Конечно, место для машины как раз, но я не понимаю, она не въезжает вообще. Вообще. Чё сломать надо, чтобы было хорошо? Гордон, поехали. Я тебе сейчас по голове поеду, честное слово. Венс, твою налево. Если ты мне покажешь место для заезда, я буду очень рад. Надо двигаться дальше. Ах ты ж, ёпта нах. Алекс, ну это издевка какая-то, я реально не могу понять. Поехали назад, короче. Я смотрю чуть, подумаю. Здесь нельзя, здесь нельзя, там нельзя. Ну понятно, что нам надо туда, но блин, трапа-то нет. Гордон, поехали. Иди в жопу. Бесишь. А что делать, я не знаю, как мне сделать трап такой. Так, ну-ка. Надо двигаться дальше. Давайте-ка затолкаем, может, эту хрень. И этого достаточно. Главное, не застрять самому. Так, странные ящики. Хорошо, что меня не укачивает в машине. Давай, на. Рули что-нибудь, не знаю, куда-нибудь. Я не представляю, как эту говно туда загнать. Гордон, поехали. Алекс, я тебе честно говорю, ты допросишься. Я не знаю. Этот ящик меня уже задрал, вот честно. Пригнал его, теперь мучаюсь. Гордон, поехали. Алексей, не смущай, что он не заезжает туда, нет? Меня вот тоже не очень. Обнаружен незначительный переход. Надо Я не знаю. Загрузка. Давайте проедем еще раз ту же самую миссию.
Глядишь, может, сейчас получится. Может быть, катсцена, может быть, скрипт не сработал какой. Все же может быть. Игра, конечно, вроде отполирована хорошо, но черт его знает. Может быть, и не так, чтобы прям хорошо. Давайте направо поедем. Загрузка. Так, повороты. Отсутствуют. Поехали. Нет, это не тот подъем. А, так подождите, я... Ой, дурак. Все, ребят, извините. Я понял. Я из-за того, что завертелся, короче, я потерялся банально. Мне как раз-таки сюда. Бывает. А это доехал до этой кучи и думаю, а какого черта с двух сторон-то все? Так, и мне бы в ящик какой-нибудь врезаться. Вот черт! Похоже, надо бросать машину. Валим! Сюда. Валим! Запускай нас, дебил! Раз вы привели сюда эту верхушку, может, вы поможете от нее избавиться? Ладно, ребят, давайте, собственно, на этом будем уже серию завершать. Я тут тупанул нехило, ну да ладно. С вами был Вечер Син, это была игра Half-Life 2, эпизод 2. Всем спасибо за просмотр и всем пока!